Для девушки с шекспировским именем Джульетта поездка в Сакский район Крыма стала не просто путешествием. На Черноморском побережье она встретила настоящих друзей. Последний день мы все плакали, просто сидели, свечка у нас была, и как всегда мы столько пересказывали, что случилось, что очень хочется попасть снова. Для самарских волонтеров слова «Мы вместе» уже стали девизом. Добровольчество для ребят даже не образ жизни, необходимость. Это новое общение, новые знакомства, новые положительные эмоции. Когда ты помогаешь людям безвозмездно, это всегда понимаешь, что ты себе сделал галочку, что ты хорош, что ты что-то знаешь в этом мире, что ты можешь помочь людям, так или иначе. Для ребят такие волонтерские поездки еще и отдых. Многие из них впервые увидели море. За лето в Сакском районе Республики Крым побывали почти 400 добровольцев. Все они студенты колледжа и техникума в Самарской области. Ребята наводили порядок на пляжах, собирали урожай, проводили для детей уроки рукоделия. Мы уже это делаем не первый год. Наши волонтеры участвуют в подготовке школ к новому учебному году. Они обеспечивают заботы или охватывают заботы ветеранов Великой Отечественной войны. Участвовали в восстановлении памятника в селе Геройское 9 героям Советского Союза. Сделано за эти годы огромное количество добрых дел, и я думаю, что это тоже позволяет нам лучше узнать друг друга. Встречал солнечный Крым, солнечное море, очень много впечатлений человеческих. Глаза горят, они улыбаются, они дружат между собой, и самое главное, их доброе сердце становится еще больше и больше и больше. Сегодня Самарская область – один из регионов страны, где активнее всего развивается добровольческая деятельность. Волонтеров в губернии десятки тысяч. Помогать крымчанам ездят только лучшие. На поддержку Сакского района ежегодно из областного бюджета выделяют 40 миллионов рублей. Алина Чемерс, Павел Пресняков, События.